и тех, кто случайно нашел мое видео в Ютубе. В этом видео я хочу разобрать для вас еще одну мелодию, которая красиво звучит. Она очень проста в исполнении и отлично подходит для тех, кто только начинает учиться играть на гитаре. Итак, давайте приступим. Первый аккорд будет аккорд АМ. Вторая на первом, четвертая и третья на втором ладу. В правой руке мы сыграем две струны одновременно, это будет пятая и третья. Пятую мы сыграем большим пальцем, третью указательным. Далее мы сыграем четвертую, третью и вторую. Переходим ко второму аккорду. Второй аккорд. Это будет верхушка аккорда G, то есть здесь мы зажмем только одну шестую струну на третьем ладу. Все. Это будет второй аккорд. Остальные струны будут открытые. Итак, мы зажали шестую на третьем. И в правой руке мы сыграем одновременно две струны. Это будет шестая и вторая струны. Шестую большим, вторую струну мы сыграем средним пальцем. Далее четвертая, третья. Четвертую я предлагаю сыграть тоже большим, третью указательным и вторую средним. Так, давайте повторим первый аккорд. Второй аккорд. Третий. Вот, в третьем аккорде нужно будет сыграть барре. F – это указательным пальцем все струны на первом ладу, далее третья струна на втором и пятая с четвертой струнами на третьем ладу. Вот такой вот аккорд F мы сыграем. Зажмем. И в правой руке нам нужно будет сыграть шестую с третьей одновременно, четвертую, третью и вторую. Итак, еще разок третий аккорд. Давайте повторим первый. Последний, четвертый аккорд, в котором мы не будем зажимать ни одной струны. Это будут все струны открытые. Мы сыграем сразу шестую с первой одновременно. Шестую, первую открытые. И далее у нас пойдет переход. Вторая на третьем, вторая на первом, вторая открытая. Итак, еще разок.